Но в этом году география лиги расширилась, появились две команды из Москвы. В итоге в финал вышли 6 команд. 4 из Чебоксара, 2 из Казани. Именно они будут бороться за кубок КВН и главный приз. Чемпионы будут представлять лигу столицы на сочинском фестивале. Интрига сумасшедшая, потому что до этого лидировали команды КВН Чуваши, постоянно сборная города Чебоксар. И в финале, скажем так, многие команды их догнали, скажем, да, вот и почувствовали то, что они могут вполне стать чемпионами. Поэтому сейчас, судя по отзывам наших редакторов, которые проводят с командами собрания и редактуры, будет очень сильно у всех. То есть пока невозможно сказать, кто станет чемпионом, от этого еще интереснее.